там, например, что часто сказали, что бывает дело, которое связано с законом с плохой стороны. То же самое хакерство. Вроде в законе прописано, да, что хакерство запрещено в России. Но при этом многие банки, предприниматели, компании нанимают хакеров. Да? Да. Есть всегда белая и черная сторона. Есть хакер, который взламывает нас, да, а есть хакер, который защищает нас. А есть хакер, который взламывает, чтобы потом узнать ошибку программы. Да, да, ну да, тестер, да, когда он уязвимости ищет. Да, это отличная программа. Это еще интереснее. Защищать информацию, это еще интереснее, чем ломать. Можно ломать, а можно создавать.